Я нахожусь в Таганском районе, а позади меня большая территория, где раньше располагался музей ретро-автомобилей. И сейчас эта территория находится в большой и реальной опасности, потому что нынешний владелец, компания-застройщик «Киевская площадь», который принадлежит году Ниссанову, хочет возвести здесь большие жилые апартаменты высотой 170 метров, что соответствует примерно 56 этажам и общей площадью 104 тысячи квадратных метров. Конечно же, для всех жителей близлежащих домов это станет настоящей трагедией, и жить будет просто невозможно. Я считаю, что центр должен быть центром исторический, поэтому здесь даже и не обсуждается. Конечно, хорошо, что строится новый, но здесь, я думаю, это вообще как-то неуместно. Вы местный житель Таганский? Да, я вот живу здесь, на рабочей улице. Как изменится ваша жизнь, если такая вот будет огромная вот эти башни? Ну, во-первых, изменится, народу будет больше в метро, когда сейчас уже неправильно, и, ну... Как изменится, наверное. Ладно, мы пенсионеры, а школьники, вот внуки, это очень будет населенно. Будет не очень комфортно, конечно. И как вы думаете, владелец, вот выкупил сейчас год Ниссанов, владелец компании «Киевская площадь», какие у него интересы, какие интересы он преследует? Какие денежные, какие? Бизнес? У нас кругом бизнес здесь. Какие могут быть интересы сейчас? Все закручивается на деньги, на власть. Нахрена такая высокая? Вот владелец этой территории новый так решил. Да до хрена новых владельцев, и все строят человейники, машину поставить негде, только и всего. У нас и так напряженный район тут, эти два дома построили. Просто 50 этажей даже для самих жителей, которые будут жить в этой застройке, довольно тяжело, потому что как минимум артериальное давление, которое повышается... потому что мы выбирали квартиру, сейчас же очень модно, можно так сказать, что у нас высокие застройки, но для многих людей это не актуально. Ну, я в этом, честно говоря, ничего удивительного не вижу. Но если вас интересует мое мнение как жителя этого района, то в целом, опять же, это достаточно ожидаемо. Не, надо оставить музей, потому что мы уже давно писали письма. И, конечно, мы просим, чтобы оставили. Вот. Как изменится жизнь, если все-таки будет эта стройка гигантская? Давайте вам скажу честно. Нам, когда строили вот эти две свечки, здесь два жилых, вот этот дом поплыл. Когда строили вот этот гостиницу, мы с той стороны поплыли. И если сейчас еще это нам, я боюсь, что наш дом просто не выдержит. Ну и вообще, музей, он же сколько лет здесь. У меня здесь бабушка с дедушкой жили, и он был. И дети у меня ходят, и я наконец-то посетила его. Там очень хорошо и здорово, не надо его убирать. В центре и так много застроек, а эта история, ее надо сохранить. Вы житель Таганского района, да? Да. Ну, музей нам нравится, тут исторические здания, мы ходим сюда периодически на выставки. Вы местный житель, да? Да. Во-первых, я знаю, что это относится к раритету архитектурному, и охраняется, в принципе, должна охраняться. Это ценный градоформирующий объект. Да. Вот эти 5 ангаров, это, конечно, очень для архитектуры Москвы очень важно. А то, что делает башня такой высоты, это вообще просто безобразие. Это какой-то нонсенс. Это будет и влиять на потоки ветра и прочее. Так что я против. Знаете ли вы, что на территории вот этого музея планируется стройка высотой 56 этажей и выше? Нет, не знаю. Какое ваше отношение к этому? Не очень хорошее, потому что я вот живу вот в этом доме, Рогожский вал 11. Как вы думаете, какие цели преследует застройщик, строя вот такие вот высотки? Заработать денег побольше, потому что пространства в центре мало. Это Таганский район, хорошая зона, много зелени, несмотря на то, что раньше это считалось самый дешевый центр, да, потому что большая застройка была строительных разных сооружений, где добывали, где обрабатывали заводы разные, были, да, не очень хороший район. Сейчас это совсем не так, это все сдвинулось туда дальше, к краю Москвы, сейчас места мало, поэтому, собственно, ищут, где на клочке земли построить побольше дом. Мне очень нравится музей, у меня два внука были, я водила в этот музей, с удовольствием сама тоже смотрела. Мое такое мнение. Совсем не хочется, чтобы здесь это все закрывали, чтобы опять-таки высокие дома, и тем более 56. Подумала, это 13, а 56. Да, это очень высокий. Это же телевышка практически.
Да, нет, против. Он даже здесь и не впишется. Ну, я считаю, исторический памятник надо сохранять. Это для будущего поколения очень будет полезно. Потому что очень много у нас в России замечательных мест и прекрасные люди. Да они уже надоели, если честно. А как вы думаете? Москву портят. Как вы думаете, зачем такая массовая застройка вот этими человейниками? Ну, потому что, наверное, это выгодно кому-то очень, особенно богатым людям, у кого карманы и так полные. Но, как говорится, как на Руси есть такая пословица, сколько, как говорится, свинью не корми, она сыта не будет. Так же и олигархи, они сколько бы денег не имели, чем больше они имеют, тем больше им хочется. Отрицательно. Почему? Ну, старое здание, музей. Ну, вообще здесь есть, я знаю, что это историческое место. И что-то такое. И такие высотные здания строить, мне кажется, это чересчур. Как изменится ваша жизнь? Вы же здесь живете, да? Да, я здесь живу и работаю. Как изменится ваша жизнь, если здесь будут вот такие огромные высотные здания жилые? Ну, наверное, ухудшится транспортная составляющая. Здесь, наверное, увеличится количество машин и населения. Ну, я не знаю, чего они... Места в Москве хватает. Слышала что-то такое, но это, по-моему, был прошлый год. Ну, вот сейчас новая информация появилась. 104 тысячи квадратных метров жилья. Ваше отношение какое? А я против. Я против категорически. Даже собиралась, по-моему, какая-то активная группа, да, приходили еще, сюда что-то там говорить, что... Ну, во всяком случае, кого я знаю, жильцы этого района были против. Ну, вот с кем я общаюсь лично. И я тоже лично против. Учитывая, что опасность сейчас реальна как никогда, делитесь этой информацией, пишите посты в своих социальных сетях и высказывайте свое активное мнение против. Также подписывайтесь на мой канал, я буду об этом писать, снимать видео и максимально распространять данную информацию.